важны меткость и мгновенное принятие решений. Цель – попасть в противника из другой команды и не выбыть из игры самому. В школе номер 27 прошли соревнования по лазертагу. В отличие от пейнтбола, где стреляют шариками с краской, здесь борьба ведется безопасными лазерными выстрелами. Спортивный турнир устроили в преддверии Дня защитника Отечества. Его празднуют не только кадровые военные, но те, кто защищал, защищает и будет защищать. Это вот те ребята, которые сейчас здесь находятся. Это для них первые уроки, как для защитников Отечества. Спортивный праздник посетили депутаты, общественники и члены общественного совета «Химки. Интересно жить». Очень интересно. Видно, что детям это действительно нравится. Надеемся, что они в своей жизни оружие им настоящее боевое брать не придется. Хочу поздравить всех химчан с Днем защитника Отечества, пожелать крепкого здоровья, успехов, мирного неба над головой. В турнире приняли участие дети разных возрастов, от учеников средней школы до старшеклассников.